Мы готовы оказать поддержку. Воспользуйтесь ресурсами. И куда вам нужно идти? Видим отряд противника. Он приближается к вам. Ну давай туда ты. Тоже все. Защищайте терминал, пока загрузка не будет завершена. А что такое? Стрелок убит, пошли! А ты где? Повторяю, стрелок убит. Толян, на пацан. Надо только раньше, в следующий раз будет убегать. Стрелок нейтрализован. Идем дальше. Черт внедрился в систему. Начинаем настройку. Держите оружие наготове. Подкрепление врага уже близко. Займите позиции. Вы должны выстоять и защитить терминал, пока идет установка червя. Блэквуд скорее уничтожит свои данные, чем позволит им попасть в наши руки. Времени мало. Бойцы, теперь нужно добраться до точки доступа к данным, пока их не стерли. Они за крупнокалиберным пулеметом. Помните, все дополнительные задачи связаны с системой ресурсов. Враг убит! Идем! Ну да, что-то не мам. Маловато. Бля, я не попадаю, что за... Мы еще работаем над расшифровкой, но похоже, что Blackwood развернулись тут по полной программе. Этот объект лишь один из многих. Подерусь-ка, я сейчас уже. А, ты там их два. Я сейчас убегаю.
эфирным пулеметом. И туда он еще сможет. Спасибо. Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте. И на подсад. Бот еще один есть. Ага, был. Вон ящик есть, е-мое, сзади меня. Два ящика, да. Пока идет установка червя. Рядом щитоносцы. Бля, урон полный проходит, но не убивает. Терминал так долго не продержится. Вы можете оплатить починку терминала своими ресурсами. Попаду в ушах. А? Ты не гаснул. Так, он не гас где-то. Блин, я с моей стороны этот перезаряд как раз не успел. Да я бы успел. Покажи личико. Там поблизости личико. А я промахнулся, блядь. Блин, еще шестой хуй не мал. Да что, я ракву два раза пропустил. Идет полный урон, полный, вот так. Блин, красное расходится, но он не умирает. А второй выход. Выключи там, если браузер включен. Выключай там браузер и все. Ну ж тянет с компьютера ресурс. Мы засекли рядом с вами отряд противника. Даже пишет, видишь, какой же. Пока загрузка не будет завершена. Две полоски. Две полоски. К вам идет вертолет. Не дайте ему высадить десант. Снайпер нейтрализован. Пулемет Блэквуд. Ну, зато я... Убила стрелка. Вертолет бит, десант. Снайпер от бога. Вертолет. Ты знаешь, откуда зафандалил. Со второй попытки, но... Стрелок убит!
О, тебе повезло. А, это ж тут снайпера, блин, я думаю, откуда мне? Там у тебя он, у нас есть мимо. Он медиком бегает там внизу. Я его за чужого. Иди сюда. Иди сюда. Иди, маленький. Думаю, нам подсад. Бегите. Пленных не берем, бойцы. Что, шестая волна? Да ну вот умрешь ты. Стрелок убит, продолжаем движение. Ну что, я остался там тогда. А Вован пускай бежит к тебе туда. СНГ, иди к нам, ко мне сюда. Я тут слева буду, а ты с той стороны справа. Одни двери вот эти закрою. Не спать, ребята! Враг перебросил подкрепление. Чинить не будем? Бойцы, обороняйте терминал, пока щит не будет установлен. Бля, что такое? Вот пропускайте там. Покидали. Еще бы немного. Спасибо. Что ты умер? Это то, что внизу, кто там бьет внизу, блин. Короче, я заниклаюсь. Что у нас за херня? Лечите. Пиздец. Русик, ну его нахрен, иди сюда, блядь. Ты видишь, не справляется. Да. Сейчас надо без починок все пройти. Пиздец. Мне уже лучше. Спасибо, док. Враг убит, идем. Мы уже получаем данные. Это займет еще какое-то время. Давай. Не пойму, кто тебе белый, чтобы не смочили. К Блэквуд подходит подкрепление. Она бы настрелит два знака. Защищайте терминал, пока загрузка не будет завершена. Почему сюда было? Недалеко от вас обнаружен джаггернаут. Вам нужно нейтрализовать его, пока костюм не подключен.
отрядом, на связи за справа. Задернауто будет вам поддержку огнем после приземления. Защищайте его, пока он уязвим. Ага, щита убери. А где ты есть? Ага. Тоже от здания побежал. Это диф у меня. Сейчас надо без починки все пройти. Я собираю. Да не стал, у меня грена есть. Джиггернаут выведен из строя. Молодцы. А кто ищет? Я. Вова, будешь там возле пулемета бегать? Да. На пацан бегали? Да. Ну, короче, надо чинить, походу, блядь. По-любому. Можете на пацан бежать. Толян, бей на пацан. Уничтожьте всех врагов до единого. Мы не можем рисковать. Закрываем этот пулемет. Да, да. Ящик наверху. И чините терминал сразу. Да ты что возле терминал? Чё ты побежал? Да, два ящика возьму. Не спать, ребята! Враг перебросил подкрепление. Что, починили, не? Не, к вам идет снежная буря. О, а ты что, залип? Все, Ван, смотри, твое лево, мое право. Ресурсов не густо, но нормально, да? А главное, чтобы 10 тысяч осталось. Ну да, что ну, десятка было. А то ставить нечего, закрывать ничего не будет. Там он напряг все будет. Я еще настреляю.
Ящики еще есть. Первый вот один нашел. Давай на подсаде сейчас сразу заберем. Может потом появим. Да. Бегать тут кто-то нет. Стрелок нейтрализован. Не-не. Не, минируем, резко мало. Так, гранниками валим. Он был. Да, до 13 тысяч. У нас 30, да? Йо. Шо? Убила стрелка. Сам себя. Текстурка, бля. Отлично, с этим покончено. На подсаде посмотри, где-то мяч не появился. Показала плотную сеть электрогенераторов. Полагаю, мы узнаем больше, если поднимемся выше. Значит.
Хоть 12 000. Ну да, если бы есть ремонт, то... Чтобы докопаться до сути операции Blackwood, придется идти дальше в горы. Здесь одна из магистральных линий их энергосети. Вам нужно пройти этот сторожевой пост, но он надежно охраняется. Предлагаю поискать обходные пути. Джагу мне. Джагу, Джагу. Самое время отправиться в крепость. Станции, передающие шифровки на коротких волнах, построены. А что такое, блядь? По качеству звука вы поняли, что они работают на лампах и, возможно, блядь, помещены в клетку Фарадея. Они будут передавать сообщения даже после ядерной зимы. Наверх кто-то на машину залезет, забагает его, я его убью. Они заперли вас, бойцы. Это ловушка. Это засада из-за нехватки информации. Blackwood будут переигрывать нас, пока мы не сможем получить сведения с их серверов. Червь ведет передачу, но его глушат. Все, уходите, уходите. Толя, залез наверх. На машину. Куда он болеет? О-о-о! Двинулся!
Блять, что такое? Тикай, тикай оттуда! Будет немного больно. Я жду. Конечно, тут посад. Да ты штурмаешь крест, а побежал набивать. Что на меня, блядь, агрится? Он должен на тебя будет быть. Да то, что не полезет, пускай он на него, пускай он на волю. А ну, выгляди вот туда, пускай он уходит вот туда, вдали. На Руслана вот туда. Вы наверху, пацан, открыли? Да. Стоп, стал есть? Да. Кто со мной наверх? Это без разницы. Давай, наверное, кейсинг, а? Кейсинг, ты залезешь по мини? Ну все, тогда я активирую. А, меня закинут. Ну да. Только смотри, Вова, ты знаешь, с этого грибка не снимать ботов. Да, граников именно. Вован, где ты там бегаешь? Не. Пробуй резать. Проходу... А, активируйте. Червь что-то передает. Но мы не можем разобрать. Сделайте эту активацию еще на попытку. Используйте все средства, чтобы сдержать натиск. А цыгата не докинет.
Зарез этим вдвоем. Вова, что ты там стоишь? Ебать, я хуею. Он на ФК, походу. Запускай шарманку. Сейчас отсюда будут у тебя, вот, и отсюда. Вот тут сядь, вот тут вот сядь. Продолжаем движение. Игорь, возьми сумку. Ого. Центр закрываю. Мы засекли рядом с вами отряд противника. Вам нужно защитить генератор, чтобы верха сеть работала дальше. Во, верха. Стрелок убит. Повторяю, стрелок убит. Стрелок готов. Стрелок убит!
Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте всех до одного. Центр закрывайте и можете искать леса. И слева уже так же самое. Не один еще. Слева пулемет. И один щит. О, как вот этот пулемет вылезет, в тот край беги. И говори, что пулемет, я его сниму. Да я думаю, там можно лучше закрывать его. Я тебе говорю, у нас просто, видишь, как вчера мы шли нормально, и у нас ресурсов хватает. Блэквуд бросает против вас все силы. Времени на подготовку мало, но вы можете использовать их же системы защиты. Базу нужно удержать. Недалеко от вас обнаружен Джаггернаут. Вам нужно нейтрализовать его, пока костюм не подключен. Ну, получается, с вашей стороны волна, да? Не, пятая у нас будет. Не, а ты будь всегда на своем месте сейчас. Да вот туда оставим эти щита, оставим, чтобы найти рез. Угнать дал, да? Ай, щит. Блин, я не вижу. Не, разбей щит. Да там он сейчас у вас. Твою мать. Ты собрал все? Чего? Мы не можем рисковать. Там щит. А не надо вот этого центрального щита, не убивайте его. Во, поищи вот тут с этой стороны. Там внизу тут загнать. А тут щитовище. О, убили того щита, да? Да нет. Да, короче, насрать. Центр, центр закрыли. Один главный. Центр сейчас. И под это, под Игорем закрываемся. Нужно быстро уничтожить батарею. Не, закрой все под Игорем. Что такое? Лазерные батареи уничтожены. А внизу не смотрит интересно. Подрали эти щиты, прячутся.
Все собрали. Пускай, пускай, чтобы. Улик. Руслан. Сейчас все закрываем. Все, все, что есть? Да, все, что есть, закрываем. Седьмую? Это шестая. Центр быстрее закрывайте. Квадратник садится, я же его не буду снимать. Видимо, отряд противника. Так, что, седьмая, восьмая, девятая, все. Ну, сейчас шестая, по-любому все снимаем. А, шестая. Повернем. Да, это у меня. Пулемет забрался. Перезарядка отыграл. Прессов нету, но ну, если хочешь, пробегись, но ну, нету на 6 и 8. Уничтожьте всех врагов до единого. Мы не можем рисковать. Что вы там мусолите? Убейте его, все. Понимаешь, что только центр или как вы закрывали? Центр подо мной один и под вами один закрытие там. Привет. Отходи оттуда, не, что ты там стал, бля. А что там пулемет будет говорить? Теперь под одной окно закрой. Две? Одну. Левую. И все, иди туда это. По центру стань, там, где вчера тебе стоял. Только аккуратно закрой. По центру закрыли? Да вроде бы закрыли. Откуда? Да, закрыли. Ну пойму, откуда такая. Блин, где-то попадает. Блять, побегал. Лечи, наверное. Снайдера нет, убегаемся. Сити терминал? Да, да быстрее, блядь, чини его! Что не видишь, что хп херня? Чини его! О, а кто ботов с крыши снял?
Пошли! Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте всех до одного. Ну, конечно, ищи. Нашли? Да сейчас скажу. Что? А, есть. Сейчас на восьмой вот. Сейчас все закрываешь тоже. Да. Начинается центр. В первую очередь, а потом левую дверь. Там, где русик, а потом вот этот. Потом... Там ящик он на этом возле пулемета слышал. То потом. Во, на эту сторону. Не спать, ребята! Враг перебросил подкрепление. А завтра там пулемет может быть эти. Мы отправили вам припасы, но придется срочно нейтрализовать ракетный комплекс. Так, бойцы, найдите гранатометы и отрубите три радара. Тут граники там цели сходу. Задание. Или не лучше не делать? Ну все, пускай делают. Ребята, делайте задание. Один сюда. Ой. Да, вот так вот встань, не, и твой. Они будут тебя подбирать и кресло. Видите радары? Стреляйте по ним из РПГ, чтобы отключить батарею. Радар меня зачёт! Подождём! Что, никто не делал, да? Подплыл, подплыл! Ай, блин! Пилот погиб. Ты не сделал, пилот. Ещё раз. Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте всех до одного. Не успели. Да ну ничего. Ну, а вот тут не закрывали. Центр закрываем. Просто центр, да? Спецназ,
А, еще шел штуку поставить. Двери эту закупили, да? Да. Все закрывать? Не, одну только правую закрой. Пулемет нашей. Вова, где ты есть? Пиздец. Вова! Ой, сын. Обратно наш пулемет. Я поднял там он дверь. Да, где-то сверху. А, вон. Блян, бери ресурсы, собирай. Ау, все пытаю. Сейчас, подожди. Я потом туда отойду, вот дальше, все равно шмотки сейчас появится. А что ты бегаешь? Все, давай. Сейчас может еще появиться ящик. Да, так и появится сейчас. К вам вылетел ударный вертолет Blackwood. Где? Там наверху руки взяли. Идет лавина! Видимо, из вертолета! В укрытии! Валим. Ты там за углом глянул? Да все, валить надо, да, не могу. О, я ведь забрал. Я Толику говорю. А. Чего? У НИ. У НИ, да. Она швесы добавляет. О, вот смотри, два ящика еще, ё-моё. Найдите гранатомет и взорвите его, бойцы. Оперативно мы что-то его.
Пора двигаться. Отлично, Бойко. Пора. В наши руки попал чертеж крепости. Это просто невероятно. Перед вами необычная военная база. Там есть школы, госпитали, гидропонные фермы. Все, что необходимо для существования без контактов с внешним миром. Она рассчитана на сотни тысяч людей. Поблизости расположена база снабжения. Захватив ее, вы сможете проникнуть в крепость. Красный дым показывает, куда будет нанесен удар. Мы получили данные о крепости, но червь не пройдет через защиту Блэквуд. Найдите терминал. Придется получить данные через прямое соединение. Убила стрелка. Пиздец, что такое? Переходим к следующему этапу. Используйте конвейер, чтобы попасть в крепость. Сначала нужно подать энергию. На базе есть три генератора. Чего? Убила стрелка. Первый есть. Вот этого контейнера слева, где гно этот, снеговик, граника не снимайте. Покажи. Вот этот. Вова. Видел? Вот этот. Мы все тут поднимем. Руси, ты, наверное, туда бежим. Там ну, сейчас первая волна куда бежит. Ну понятно, понятно. Ох, Ильё, как из ведра. На улице. О, ящик. А что ты, блядь? Есть питание. Вызывайте пассажирскую платформу. Благодарю за помощь!
мной дошел. А что такое? Не идет урон. Так намного лучше. Благодарю за помощь. Спасибо, док. Пойду тут на солнышке позагораю. Вова, ты чё? Бегаешь тут. Забота. Бегаешь. Блин, карта такая, как для пейнтбола можно было бы побегать вживую, да? Ну все, собрали. Да. Два раза получается. Конвейер включен. Ваша задача удерживать генераторы, пока не появится платформа. Платформа уже в пути. Все, все, сейчас два граника сядут, теперь туда не показывать их, вот защита. Не показывайся, Толя! Что, я тут сам? Я не пойму, почему ты сам. Толя, а что ты не снимешь? Бля, сейчас грохнут. Перезакладывай, финал копит, ребят. Отбивайте атаки, пока не прибудет платформа конвейера.
скида. Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте всех до одного. Да бьет. Вот у меня у нас чуть-чуть. С той стороны где-то. Мы ж не мало. Не дайте отрубить генераторы. Вниз, Вова, ты, короче, тут заседай. Чего ж ставить, да, это можно? Да сейчас, когда что-то начнет. Оно не начнет. О, все. Ты обратно туда сел. Если вы не нанесете удар сразу, они точно его задействуют. Ты глянь, отстреливай с окон. Снайперов, да, там снайпера два. Блядь, тысяча ресурсов пишет. Придется разобраться с агернаутом. И проще это сделать, пока он не включен. Пулемет, Блэкфуд! Да. Снайпер убит, повторяю, снайпер убит. Да, нет, не будет. Агернаут нам больше не помеха. Подобавило. Артур был же раньше прикол. Переходчего снайпера. Отбирал это. Да, это понятно. Не, был, короче, они убрали. Это бьет по этому. Конвейер должен работать. Глюк такой был раньше, его уже убрали. Мы раньше его гранниками мочили. Прикончила снайпера. Снайпер убит. Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте всех до одного. Почему кто забрал? Чего? Сейчас надо чинить надо. Бегите на позицию. Да и еще один удар вы выдержите. А потом чинить. Два ресурса.
что может починить? Наверное, да. Грязь собирать. Ну да, ну да. Джагу в конец и мне на снайпер. Блэквуд отключили реле конвейера. Требуется перезапуск. Там сзади я все посмотрел. Запускай шарманку и все назад. Запустил. Внимание, Джаггернаут Блэквуд, приготовиться к бою. Оля, ты обратно там, иди сюда. Идите все назад. Прячьтесь. Чтобы он на эту сторону перешел. Идет, идет, прячь. О, идет, идет, прячь, прячь. Все, пришел. Все, 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 тихо. Снабжение захвачено. Залезайте на подъемник, когда будете готовы.
Один из файлов оказался очень интересным. Вы смогли сломать защиту и вытащить из него список имен. Это элита разных стран мира. Начальники служб безопасности, спортсмены, звезды кино и телевидения. Все они влиятельные люди. И все как один сторонники Блэквуд. Финал близко. Одно последнее препятствие, и мы узнаем, что скрывается в этой горной крепости Блэквуд. Желаю удачи, бойцы. Наверху ящик. Подождите башню, чтобы взять контроль над пушкой. Что тут есть? Да ресурса вам хватит. Стреляйте по башням из пушки, иначе РПГ не даст вам высунуться. Руки. Чем ты приседал? Бля, кто меня бреет? Дайте хп. Лишний хватает. Сейчас пускает. Пушка не хватает. Спасибо, пускай сейчас будет один запасной. Так, 2000, а их 4. Ну сейчас два еще будем делать. А вдруг промах? Да ладно. А кто стреляет? Как сорок. Кто хочет, кто стреляет. Ну мочить. А давайте уже мочить его. Так а кто стрелять будет? А ты будешь стрелять, стреляй. Стреляй и погнали, я думаю. Так, сейчас. Все. И все побежали, я брал. Там тут никого, я сам оставился. А нет. Все, стреляй. Давай. Давай. Это Гром.
Новый трейд. Почти на месте. Да, 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 хочу попробовать. Бойцы, вы это сделали. Теперь мы... Что за чертовщина тут творится? Хорошо, кто-то уже на выход нажал. Да. Это Нига был, да? Да. Нормально. Нормально с липкой так сыпит, да? Да. Проценты было. Блин, ну... Нормально, да.